мы да, видим. Да, да, да. Именно так, я вас найду в мысли. Нет, это выражение больше подходит мне, как раз посоветовал харьковских друзей. Купил непонятно что. Хочу сказать, что сейчас проходит оценка экспертами автомобиля «Москвич 408», экспертами комиссии истории автомобилизации Украины и историчных транспортных засобов. Машину представляет Павло Лазовенко. А вот как бы и сами эксперты. Также желтые поворотники. Ранее экспортные машины, они не были четырехфактными. Вот. Ну, могли быть и такие, могли быть и такие. Да, вот их цели по москвичам не даться. Да. Сегодня, 2 октября 2016 года, в рамках международного техничного фестиваля All Car Land відбувається оценка експертами комісії історії автомобілізації та історичних транспортних засобів «Москвич 408». Машину представляет Павло Лазовенко. Увидимся.